Приветствую вас, уважаемые гости, братья и сестры. Хочу поделиться одной историей. Вы часто спрашиваете, что нужно делать в Великий пост. И я всегда говорю, очень важно делать акцент на добродетелях. И вот поделюсь своей историей. Я думаю, вам будет интересно. Главное, внимательно вдумайтесь. Выйдя из храма после службы, я увидел нуждающего человека. Он часто бывает около нашего храма. Я подумал, на улице прохладненько, нужно его в административном корпусе, где сейчас нахожусь, попить чаю, чтобы он согрелся немного. Ну, думаю, сейчас я одну кое-что сделаю, а потом, если что, напою. Вышел, а его нету. Посмотрел, его нету. Я вспомнил притчу о мудрых и юродивых женах. Когда Господь пришел на пир, которые были с ним готовы войти, они вошли и получили добрый ответ. Потом прошли другие, а Господь говорит, уже через двери затворены, я вас не знаю, отойдите от меня. Можно было все и потом сделать, но добродетель Господь тебе давал здесь и сейчас сделать. А мы знаем, что вера без добрых дел мертва есть. Поэтому, мои дорогие, представим пред Богом, Господь нас будет судить по добродетели. Поэтому призываю не делать моих ошибок. Я ее исправлю. Намерение хорошее было, но тем не менее нужно было делать здесь и сейчас. Поэтому не упускайте возможность угодить Богу. Потому что Господь говорит, что сделали ближнему, всех от малых, то и мне сделали. Храни Господь.